Телеграмма с пометкой «Срочно!» Текст не слишком замысловатый. Я люблю тебя очень. Точка. И пустышка в графе адресата. Это просто клочок бумажный, хотя бы в обход всех правил. Но позвольте его отправить. Никуда, никому, неважно. Да поймите, мне ой как нужно. Сердцу трудно впустую биться, надоест. И свое отслужит, а потом куда обратиться? Сердце хочет всегда фиесты. Только поводов-то не густо. Человек — это просто место, где накапливаются чувства. И вот тут уже не до шуток. Для последнего миллиграмма это надо отдать кому-то, что не думай. А телеграмма — самый глупый, но верный метод слов несказанных в передаче. Адресат ничего не значит. Все равно прочитает где-то. Но точнее, мне бы так хотелось. Даже если неправдой будет, одиночество — это зрелость, что порой проступает в людях. И среди сумасшедших прочих, коих каждый второй исправно, я опять занимаю очередь за попытку сказать о главном.